Привет. Взял такой брендик. Попробовать решил. Такой не брал еще. Вот такой. Бренди Шабо. Шапский классик. Бренди выготовлены ординарной. UP. Средний вік витримки коньячних спиртів від 6 місяців до 3 років. Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський, район Шабо. Ну, це їхні винокурні там знаходяться. Виходить, створена з високоякісних коньячних спиртів, що дистильовані безпосередньо на виробництві. Спирти витримались в дубовій тарі до 3 років. Бренді золотистого кольору з легким квітково-ванільним ароматом, повним та гармонічним смаком, станами витримки. Рекомендовано вживати як самостійний напій. Добре поєднується з твердими сирами, паштетами та кавовими десертами. Склад коньячний спирт середнього віку, витримки від 6 місяців до 3, пом'якшена вода, цукровий сироп, колір. Ну, це, як завжди, такий колір, цукровий сироп. Ну, зараз на вкус попробую, що воно себе представляє. Писати можна все, що угодно. Звісно, коньяк то не сверх дорогостоящий, що від нього ожидати каких-то чудес не стоит. Ну, просто решил такой взять, попробовать. Для интереса, так сказать. Вот у меня такой снифтер. Как раз сейчас будет все прекрасно слышно. Ну, в идеале, если бутылка подышала, постояла, но это в идеале с коньяками французскими. Или еще такими, ну, нормальными, какими-то хорошими. Ну, а с такими мы столько дышать давать не будем. Тут дышать нечему, грубо говоря, сказать. Ну, что сказать. Несложный аромат. Ну, в принципе, за такие деньги это... Слышно коньяком. Вкус неприторный, запах, точнее, неприторный, приятный, ненавязчивый, за свою цену вполне нормальный. Сейчас попробую. Да, действительно, как они пишут, там ванильный, что-то такое, сладость присутствует, шоколада такого немножко, слышно, как дуб даже. Вполне за свою цену нормальный бренди. Естественно, вот как я брал французский, например, бренди, букет там будет поинтереснее намного, что там говорить. Но, в принципе, платформа та же самая. Просто не такая выраженная. Может, естественно, там ароматизатор еще. Я не буду говорить, что это прям там какой-то там натуральный он. Но, в принципе, отвратительного какого-то вкуса я не слышу такого, чтобы... Можно любителя, естественно, кто любит сладенькое там. Может, ему не понравится, но кто любит дегустировать мелкими глотками, пробовать что-то, ну, пить можно, я скажу. Пить можно в меру, главное. Вполне нормальный. Я бы сказал, даже на такой сносно мягкий бренди за такие деньги. Я ожидал что-то хуже.
Даже какой-то аромат есть, я же говорю. Вполне нормально. Ну все, что я хотел показать. Все, счастливо.